Псковская лента новостей представляет. Ну что, начнем? Блин, как всегда вовремя вы. Мы всегда неожиданно. Сколько времени? Осталось 5 минут до открытия? Или да, 3. 3? 3? Ну мы успеем. Ладно, давайте. Мои часы показывают 3. Вы тоже будете бегать сегодня? Нет, я бегать не буду. Вот. Я просто скажу слово, я дам благословение на это очень большое, доброе начинание. Чего решили принять участие в сегодняшней пробежке? Ну, люблю бегать, потому что... Это очень интересное соревнование, очень хорошо организовано, поэтому, мне кажется, принять участие в нем обязан каждый человек, который за здоровый образ жизни. Мы за здоровый образ жизни. Вы за ЗОЖ? Конечно. Я хочу проверить себя. Вот чисто я пошла сюда проверить себя. Последний раз бегала, наверное, в школе. Хочу посмотреть, насколько изменился результат у меня. Ну, вот супруга бегает. А вы? Не, я не бегаю. Бегаете? Я гуляю. Он на старшего остался. Да. Расскажите вообще, что вы решили вот это все устроить? Ну, вообще, это моя такая большая, маленькая, тире, большая, снова маленькая мечта. Так проводить... большая или маленькая? Огромная мечта, проводить свои соревнования, вот, популяризировать спорт. Сколько человек сегодня зарегистрировалось? Точно не могу сказать, но около 80. Сегодня у нас около более 100 участников, плюс зрителей соберем. Больше 100? Ну, надо считать, на самом деле. Тут, давайте посчитаем. В разных. Да, больше 100. Как готовились к сегодняшним бегам? Да, особо не готовился. Я же любитель. Бегали, бегали, еще раз бегали. А готовиться к пробежке нужно каждый день, занимаясь физической культурой и спортом. Специальной подготовки никакой не было. Как вообще вот нужно разминаться перед пробежкой? А это сейчас все сделают специалисты, инструкторы, тренеры. Вот это движение нужно делать обязательно. Оно развивает наши грудные мышцы. Надо размять тазобедренный сустав хорошенько вот такими движениями и коленный. Сделать растяжку, разминку, после чего... Можете вот показать одно упражнение там из растяжки, разминки, как это делается? А можно? Нужно. Ну. Вот такие движения поделать. Такие. Наклоны. Это сложнее немножко. А вы спортсмен? Так, да, немножко. Иногда вот когда такие акции проводятся, да, вы спортсмен. Ну да. Победить среди таких спортсменов практически задачи невыполнимы для любителя спорта. Поэтому участие. А вы в категории профессионала, да? Я смотрю, вы голубенький. Записали в профессионалы, но профессионалом себя не считаю в беге. Хотим, конечно, не хуже всех пробежать. Я от нее медали жду. Не самая главная победа, главное участие. Но прийти надо не последним. Я думаю, то и то главное. Первый шаг, мне кажется, надо участвовать, а второй уже цель победа. На что вы будете смотреть, когда вы будете судить? По каким критериям судите? По времени. Судится по времени. У нас массовый старт. Кто первый прибежал, того и тапки. Что вы сейчас чувствуете? Ну, немножко задыхаться стал. Ага. Недостаток тренировки. Это хорошо, что сейчас проводятся такие соревнования в наше время. Раньше, по молодости, когда я занимался, такого не было. На самом деле, я очень рад. Хотите воды? Нет, спасибо, не нужно. Как бежится-то? Отлично. Как вы считаете, как у нас со спортом в Псковской области? На самом деле, начал подниматься, чем раньше был. Ага, сейчас лучше становится, да? Конечно, конечно. Ну как со спортом? Со спортом? Все хорошо и будет еще лучше. Вот так. Позитивно. Позитивно. Да. Не грустить некогда, нет времени грустить. Ну как? Свежесть и хорошее настроение царить вокруг, ну, соответственно, у меня все тоже хорошо.
Главное, победа или участие? Участие, однозначно. Но победа приятней. Победа приятней, да. Всем беганутым хочется пожелать легких ног и хороших стартов. Занимайтесь спортом и до встречи на следующих этапах. Давайте, за проспорт. Давайте, за проспорт. Ура! За победу. А стоп, у нас тут депутат все перекрыл. Сейчас, давайте подождем. Ну, за проспорт. За проспорт, ура! Ура! Всем здоровья крепкого. Пользуясь случаем, я хочу передать привет всей своей семье. Я их вас очень люблю.